раннего утра на городском пляже Каспийска прошла тренировка по грэпплингу воспитанников спортивной школы имени Юмина под руководством тренера Явера Меджидова. Количество участников где-то 30 человек. Это пока летнее время. А в сентябре у нас прибавляется. И возраста от 6 лет до 18, можно сказать. Обычно у нас до 12 лет мы ребят тренируем более, скажем так, занимаемся физической подготовкой, а с 12 лет они уже правила выбрать вид спорта для себя. Основная цель проведения подобных тренировок на свежем воздухе – это обогащение кислородом и прибавление энергии, что способствует повышению уровня активности. Песок – это массаж, это воздействие на акупунктурные точки. Те тренировки, которые мы делаем в зале, мы здесь полноценно, у нас не получается тренироваться как в зале. А тут, получается, мы бегаем кроссы. Это летнее время, нам надо быть больше на свежем воздухе. Это получается полезно для здоровья. Витамин D надо получать полноценный. Проходят тренировки с 6 до 8 утра. Присоединиться к ним может любой желающий. Кроме того, важно подчеркнуть, что в минувшие выходные воспитанники школы заняли призовые места на международном турнире по грэпплингу в Краснодарском крае. И наши воспитанники, они выиграли и принесли нам первые места. Они представляли наш город Каспийск, республику свою, свою страну. В дальнейшем мы отобрались на чемпионат мира, который будет проходить в декабре в Индонезии. Помимо этого, ребята приняли участие на Кубке Махачкалы, где также принесли школе призовые места. Напомню, что воспитанники детской и юношеской спортивной школы имени Юмина ежегодно приносят высокие результаты.